Между тем, жители страны стали реже брать кредиты и чаще их гасить. Текущая долговая нагрузка у российских заемщиков за последние полгода снизилась на 4,4%, но пока все равно остается достаточно большой. У среднего российского гражданина она составила 22,7%. Текущая долговая нагрузка показывает, какую часть ежемесячного дохода приходится выплачивать по всем кредитам. Есть профессии, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй, у представителей которых необходимые к выплате кредиты составляют до трети от ежемесячной зарплаты. Как есть и регионы, где граждане почти 40% заработанных денег отдают, выплачивая кредит.